Всем здрасте! Новое – это хорошо, забытое – старое. Давно не были на этих полях, лесах. Здесь мы, я думаю, что ходить не будем. Здесь уже как бы подхожено, надо ждать перепашечку. Полезем мы, сейчас покажу. Вот туда. Вот та поляна. Как-то мы шли по клещевальне. Здесь много клеща очень. Здесь зверья много и клеща много. В том году шли, находили чешую достаточно крупную. И дальше тоже там поля интересные. У нас есть одна большая проблема. Мы сейчас без сапог, без резиновых. Здесь товарищи бобры поработали хорошо. Поросята водные. И запрудили здесь все. Засранцы. Будем здесь вот кустами как-то пролезть аккуратненько. И начнем вот с этой поляночки и дальше туда. Готовимся. Да, ребят, полянка, конечно, охренительная. Сейчас находочка прикольная была. Сейчас покажем, Люба помоет. Но клещей здесь тьма. Но это вот по одному. Вот, на каждой ветке. Да, очень-очень осторожно. Он, конечно, обработанный, но это нужно понимать, что не панацея. То есть очень осторожно. Весь сухостой, вот абсолютно весь, усеян клещами. Ну, то здесь еще это. Здесь лосятня. Здесь лосятник, кабанятня, бобрятня. Тропа сейчас такая шла туда в лес, это бобрина. Красивая. Красивая. Смотрите, какая. Сейчас попробую приблизить. Такая пуга. Ежели это пуга. Пуга. Это пуга-гирька. Слишком маленькая для волкобоя. Ну, да, для волкобоя маловато, конечно. Вот такая вот фактурная, ребристенькая, как маленькая булава. Сидят, а куда денешься-то? Вот он. Он по одному. Да бог с ним. Пусть сидят. Ну да, тут такие грозди есть. Грозди, да, я покажу потом. Опа, нарыли. Очень на самом деле похоже, что это рыло лисица. Ну вот там разрытое гнездо, вон. Ну да, вон там. Мышкуют. Причем так конкретно. Поодиночке сидят. Грозь только что прошел, обещал вам показать. Не заснял. Сейчас найдем. Не вижу. Сейчас найдем. Ну куда он сюда тебе катится? Здесь все по одиночке. Что-то не вижу. Когда надо, хрен найдешь. Когда не надо, не найдешь. Клещики, вы где? Клещики. Не видно. Пока не видать. Ладно. Я вам хотел вот мышкование показать. Вот нашли такую хреновину. То ли конина, то ли хреновина. Нет, это пуговица. Ой, пуговица. Вон, смотри, петелька какая. А, с петелькой ты имеешь? А? А, слушай, ну или просто нашивалась на что-то. Ну, нашивка какая-то. Обалдеть. Ну, еще двушка, да, 26-й год? Ну, да. Еще гирька одна. Ходить, конечно, экстремальненько. А вы говорите, коровий вирус. Вот проблема отечественная. Вот это да. Конечно, для всех по-разному, но вот это с этим надо что-то делать. У меня порой... Хочется в баллон набрать. У меня есть баллон такой здоровый для опрыскивания. И все вот эти наши леса, вот эти клещевальни, просто пройти и опрыскать нафиг. Самому. Я, наверное, когда-нибудь так и сделаю. Что, друзья, свинтили мы с полянки. Последней каплей оказалось, когда я с затылка из волос достал клеща.
их очень много. Видимо, ну сложно отсечь все. Практически невозможно. Вроде аккуратно из себя снимали, со штанов обработка, падали они сами. Видите, волосы тоже забираются. Высокие ветки стоят. Вот я проходил, сухостоянная. Высокая, наверное, с мой рост. И наверху сидели кучка. Банально можно не заметить ветром. Хлоп. Будьте осторожны. Она с пашни зовет. Вот мне этого экстрима на сегодня. Что-то зато дали. Не переключаемся, смотрим. Приехали на распашечку такую. Пока не засели. Хотели, да, другую, где вот чешуйные полянки. Ну, тот, кто знает, тот поймет. А там стоит сеялка, и все засеяно. До суду. Ну, я думаю, что сегодня-то вряд ли, завтра все эти поля уже засеют. Вот те дальние. Поэтому есть чуть-чуть времечко. Мы и походим. Так. Сохран монет здесь, ну, как, в принципе, ожидалось. Сейчас здесь посмотрим. Распашка, а? Распашка. Здесь дома были, да. Судя по пятнам. Какие-то интересные сигналы попадаются. Сейчас была запонка в виде сердечка, пуга-гирька и вот такая хрень. Голова какая-то. С обратной стороны как кнопка, но это не кнопка. Не знаю, ребят. Если кто видел такое, скажите, что это. Я не знаю. Первый раз такое нахожу. Вот такая находочка. Сейчас покажу. Видимо, какая-то украшалочка. Это старая, это средневековье. Видите, какая? Патина. Патина старая, да. Следующая медная монетка. Сохрана нет. Шел-шел. И нашел. Где она? Е-мое, сейчас. Камеры это не вижу. Ща. Во! Видите, торчит. Прикольно. Ой, чего это? Две копейки, 1857 год. Николай. Орла не видно. Залезли на соседнее поле. Иду. Вообще тишина. Ни черных, ничего нет. Хлоп. Кольцо. Ну, это времен ложно-витого, но не ложно-витого. Видите, какая патина? Оно круглое. Очень старое. Что она тут делает? Будем посмотреть вот этот пятачок. Дальше, к сожалению, грубятина. И на днях его засеют. Здесь овражина такая очень крутая. Тут можно будет дальше там спуститься, там более полого, и посмотреть. Там промыв еще на 1.5 метра вниз. Соответственно. Давай залезем, глянем. Короче, это вдоль пашни. Еще одно колечко, только поменьше. Что тут такое-то? Ходили они тут. А что, они кольца теряли? Интересно, интересно. Там двушка 40-го, пятачок 30-го. Прикольно. Видели, какое вражено? Ну, просто вообще. Крутой.
Вон там мысочек, с него можно посмотреть, там такие камни. Там красивые. На мысочек даже зайти можно, по-моему. Как. Да, вот да. С этой стороны можно. Да, сходим. Вот он мыс. А вон, видите, намывка и берег обвалился прямо внизу. Вон. Ну, глубоко. О, муравейник. Живут себе своей жизнью здесь на берегу оврага. Заботят их свои заботы. О чем они думают? Красно-черный. Ага. Кусачий. Пойду-ка я дальше. Тут полные сапоги сейчас будут. Ну вот, как догадались, вот приступочек, а мы на дне оврага. Знаете, какие валуны здесь кругом. Вот такой овраг. Высокий. Метров, наверное, я не знаю сколько. Метров, наверное. Метров... Мама! Чего? Звенит, да? Камень прозваниваешь? Мы предполагаем, что здесь мост был как-то. У меня все орет. Сейчас попробуем. Ладно, отключаюсь пока. Такие камни странные, как будто обработанные. Наше мнение, что здесь был мост. Только нафиг он был. Но дорога там шла наверху. Она вот так вот оттуда вот как раз, шла. Да, и туда. Через этот путь. И через овраг, вот через этот поперек. Естественно, полиэтилен. Куда же без него? Сейчас туда он еще слазим. Продолжаем окучивать. Ой, барану. Вот такая сережечка серебряная. Разогнутая и без пипочки. Сейчас попробую показать. Все кругом пашется, все кругом засеивается. Остались считанные деньки, и мы уходим в леса и в реки опять. Пока отдыхаем. Затертая. Убиенная. Следующая монетка. Затертая деньга. Она еще и при жизни затерта. Да, она вообще затертая. Еще и окисленная. В банке, в килограммовой. Друзья, выскочила охренительная штучка. Понятия не имеем, что это такое. Сейчас покажу. Ты космодом? Нет. Видите, как змей. Глазик. Как привеска, что ли, какая-то была. Не знаю, ну старая вещь. Устьчица старая. Класс. Класс. Сижу я на поле, уже, конечно, эмоции прошли, но сегодня день хороший, смотрите. Опа! Сейчас приблизим. Гривенник, 1785 год. В общем-то, в неплохом сохране. Даже у Кати лицо видно. Обычно лицо затерто, вот сколько мы их поднимали, а тут вам все читается. Отлично. Ну, ребят, лайки мы заслужили. Такой закат прекрасный над рекой. Нет. Какой-то нет, а что это? Вообще, да, ну хрен тогда с ней. Отчет. Ну, в общем-то, насобирали мы сегодня, сами видели сколько. 2, 4, 6, 8, 10 монет убитых. Ну, хотя нет, совету более-менее. Ну, и вот это более-менее. Ну, да, Николашка тоже более-менее. Что у нас в зачет уходит? Змейка? Или дракончик? Кто это? Это какое-то колечко. Колечко прикольное. Это старое, очень старинное. Мордочка вот эта неизвестная. Непонятно, что за мордочка, ну прикольная. Ну и гривенник. Ставим пальцы, подписываемся, делимся видосами. Не болеем.
Всем пока.